В Испании суд наложил арест на часть имущества королевского зятя Иньяки Урдангарина. Конфискованы 16 объектов недвижимости, включая виллу в Барселоне стоимостью 10 миллионов евро. Цель ареста – покрыть судебное поручительство, сумма которого превышает 6 миллионов. Мужа принцессы Кристины обвиняют в крупномасштабной коррупции, нецелевом использовании средств, пожертвованных в пользу его собственной благотворительной организации. Сам королевский зять обвинения отвергает. Тем не менее, судебный процесс нанес колоссальный удар престижу королевской семьи. Существуют неподтвержденные слухи, что Иньяки и Кристина расстались. Более того, испанская пресса обсуждает возможное отречение от престола самого короля Хуана Карлоса. Здоровье пожилого монарха заметно пошатнулось. В последнее время он перенес несколько госпитализаций.